Всем привет, с вами магазин rubyshop.ru, меня зовут Залил Фидель. Расскажу про карабин от компании Петцель AMB. Классический D-образный карабин. За счет того, что форма у него D-образная, он держит довольно неплохую нагрузку. То есть по основной оси он держит 28 кН, что для дюралевого карабина это неплохой показатель. Имеет муфту кейлок, заостренный носик. За счет того, что у него такая форма носика, он легко встегивается в какие-то места, где нужно, допустим, у вас веревки перегружены, или в каких-то локальных петлях, станциях где-то, где нужно протиснуться карабину, там легко он это делает за счет формы носика. Имеется здесь у нас маркировка красная, которая указывает на то, что карабин не замуфтован, и с ним нельзя работать. То есть вот так закрутили, маркировки красной нет, все, работает спокойно. Производитель у себя в каталоге пишет, что этот карабин в принципе подходит для любых случаев использования, но в основном используется для присоединения устройств к страховочной системе, ну, к обвязке. А затем с открытой защелкой он держит 8 кН, по основной оси, еще раз повторюсь, 28 кН. И поперечная нагрузка у него 7 кН. Вес у него 74 грамма. Это вот обычная классическая муфта. Ну, в принципе, все. Здесь маркировка у него не просто напечатана на там лазером, да, она выдавлена. То есть со временем не сотрется, никуда не денется. Вы будете точно знать, что какие данные здесь есть. Здесь, причем даже указан стандарт, по которому измеряется. И название, и производитель. Очень широкая, довольно цепкая муфта у него здесь. Одна из самых цепких. Мне лично очень нравится такой классический карабинчик от фирмы Петцель, модель AMD. С вами был магазин rubyshop.ru. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока!